Приходите. В общем, что, какое нужно от нас, что, скажи мне? Водка, женщина. Сейчас что нужно? Типа такой, ну, с бэдиджем прям сразу и да. Какой вариант гаража? Если ты уронил туда ключи, отменяется концерт и ломаем пол. А ты уронил туда ключи? Не, вообще просто. Кстати, я уже очки проебал только свои. Да не у тебя на голове, дурак. Обезьяна. Голый Майкл Джексон с сиськами. Если вы не поняли, то это голый Майкл Джексон с сиськами. У него вот здесь мошонка растет даже. Почему? То есть лицо Майкла Джексона, грудь женщины, попа Фредди Меркури. А, ты сегодня еще петь будешь? Да, мы поем. Мы сейчас будем отстраивать вот звук. Поем сегодня песню, которая клип. Песня-клип. И песня не клип. Еще вторая. Клип и не клип будет. Нет, у нас базовый барабан вообще не будет. Все, замечательно. Смотрите, по возможности, если что-то можно щетками, то лучше вообще щетками. Я пошел. Давай, без этого. Не наступи на мой домкрат. У вас тут шланги, блядь. Так, а чего вот шланг, это нормальный? Вот давай-ка мне вот сюда этот шланг, кстати. Шланг тебе нужен сейчас? Мне... А у Джон тебе шланг привез. У тебя другой шланг. У тебя шланг нормальный? Просто красивый стоит шланг. У тебя шланг красивый? Сегодня после презентации поедем ко мне, поэтому мне нормальный шланг. А это Соня. Это хорошая. А ты сейчас про плохих рассказываешь? Да сейчас про плохих. Вот. Соня, о, спасибо. Это типа вегетарианская тема? Да. Там просто базилик. Я подумала, что он поможет. О, охуеть. А где ты такое нашла? Поела? Ну что? Соня талисман музыки моей. Она сопровождает ее уже много лет. И если бы не она, я бы не писал вообще музыку. Никогда. Все ради нее пишу, делаю. У меня улыбка потихоньку такая чик-чик-чик-чик. Ты очень близко меня не снимай, меня прыщи просто. Человек, пошли гулять в сад. К ним пришел гном и говорит: ты что, пришел? А гном такой: вот ушел. И такой человек говорит: картошку будет помать? А люди такие: ну можно. И такой Вася говорит: да. Не, он, короче, короткий. Теперь меньше. Убавляем. We're on the main anthem to life symphony, to life symphony. We have to, yes we have to create harmony, live in harmony. От дуновения. И они кончают. Не надо здесь хуёрить, просто, вот, и так барабан наши покажут, очень легко, очень медленно и спокойно, все, все, все. Ну и что, полиция? Легенду сегодня какую-нибудь придумаем. Давай. Что Артём, мой троюродный брат из Алупки. Нашелся, который вдруг. Да, блядь. Подобрал меня, приручил, короче. Троюродный брат из Алупки. Готов? Алупка. Алупка. Disappear. Disappear, what the hell you
disappear. The hell you doing here? 3, 2, 1. Disappear. The hell you doing here? Yeah. Disappear. What the hell you doing here? 3, 2, 1. Disappear. The hell. Подожди, блядь, надо было паузу сделать. Понял, два раза играем. What the hell? Нет, нет, нет. А, Бабунина. Да, правильно. Ага. Вот так вот сад пройдете. Так. Вот так вот. Обойдите. Направо. Вверх. Вот так направо и мимо пожарной части. И выйдите, он вот так будет вам. По диагонали, да? Да. Все, спасибо большое. Правильно идем, ребят. Сейчас направо по диагонали через парк. Налево. А, слушай, направо, а спой это. Ты спой, куда нам идти. Давай. Я скажу, куда нам идти. Это путь не близкий. Идите и надежду свою оставьте при входе, потому что дорога это красно-черное полосное движение в одном направлении для грешников, о. У тебя так красиво волосы развиваются. Фотографируйте нас, мы музыканты, потом заработаем немного денег. Странная фотография в твоей фотопленке. А мы и так позируем. Мы все время позируем. Как металлисты, такие люди. Слушай, а можно по угару? Ну надо еще пару. Так ты можешь с фотиком ходить, фоткать всех и типа подписывайтесь, я вам фотки да, пришлю. Да, если когда-нибудь кстати, меня да. кто-нибудь не забьет, то. А ты девушка, что тебя бить-то будут? За что избираться? За что? Ну. За то, что ты творишь. Русские люди, нормально. Типа. Нет, что-то это стереотип никогда. Какой-то. Да все если хотят. Если ты сниматься. Матроса подойдешь вот так вот в глоб, то он, наверное, не обидится. Где вот ты? Можешь проконсультировать вот карту? Так, ну, смотри, вот, это вот этот сад, я так понимаю. Вот Бакунина, значит, вот. Вот Старорусская улица. О, красиво, вот туда, красиво. Вот, туда? Да. Сейчас сними, а что он говорит? А? Да не туда, когда... Сейчас, чтобы сейчас, потом снять сюда. Три месяца, это я должна быть. Вот так вот, да? Вот так вот. Потому что я потом буду смотреть на видео и смотреть, как это. Ты то есть не помнишь, да? Конечно, все звучит. Да. Кстати, приходи, что делаешь? Мы сегодня презентуем клип, у нас сегодня мини-концерт по этому поводу. И мы идем, гуляем с гитарой и снимаем просто видео. Приходи, а будет серьезное мероприятие, клип. 30 вечера да. До Immigration School, восстание 24. Знаешь, флигель такой. Да, что такое disappear? Исчезать. Исчезать? Disappear, исчезать. Исчезайте. Disappear. Типа, какого исчезаю. Черта я здесь делаю? 3, 2, 1, я исчезаю. Что я здесь делаю, блядь? 3, 2, 1. Пошли исчезать! Ой. Санёк исчезает. Блядь, молчание такое. Ты напугал людей. Я аж испугался. Штанишки не положил. Блин. Ну это было мощно, слушай. Ну перевёл. Красиво, красиво. Перевел на русский. Ну и где там 6? Блять, вот это солнце вообще, такая красота. Это вам не Москва, это вам Питер. Это Питер, детка. Надо эффектно сейчас появиться. С disappear. Forgiven.
понятно? Ага. А вы типа сюда, да? Да. Еще выше, по-моему. Выше, куда там? Куда пошел? Куда, куда, куда? Куда пошел опять? Блудный Саша. Артём, здорово. Похоже. Да, есть. О! Какие люди! Привет. Есть бенгальские огни в голове. Шампанское, алкоголя, жемчугов и золото. Пятирублевые купюры! Начай на рулс! Даже евро есть! Нефть! Саша! Мазала. Ты фиолетовый, да? Подожди, повернись. Привет! Куда идешь? Не иди, уходи! Не иди, уходи! Там ты закончилась. 10 часов. Флигель, третий этаж, клуб Мими Грыша. Ты такого не видела, приходи. Окей, Флигель, да, да, 10 часов. Мастер. Знаете, что мне сегодня Ванек сказал? Такой говорит, ну ладно, если сложим, народу все равно будет человек 10-12. Я специально задался целью сегодня, чтобы туда пришло человек 50, короче. Тут уже с улиц придет, там какие-то дэн. Твоя Волга. На Волге? Вау. Снимай стиль, стиль, стиль. Гопники! И на лимузин, короче, сейчас. Подождите, а где серебристая Волга? Я вижу. Не-не-не. А это какая-то новая Волга, походу. Че, погнали, подойдем, посмотрим. Походу вон, да, вон. До Пушкинской? До Пушкинской? Да. Мы сейчас ко мне заедем. Зачем? Hey, girl! Накрасить? Take a walk in the wild, son! All night long! Все, поехали. Это она? Wow, да. Катька на колешке сядь. Не придется мне жить. Ну, об этом. Сань, подожди. Здравствуйте, мы к вам. Хочешь вперед сесть? А ты на колешке? Нет, я не возьму сразу, говорю. Никаких коленей. А если без коленей, мы все влезем? 5 человек, я не повезу. Ну, а все. А сколько? Назад? Да. Назад 4. Сколько тебе лет? 16. Маршрут построен. Ну, я бы хотел научиться. Маршрут бы был. Я вижу, что и на полторы можно было бы рискнуть. А тут из-за чехарды. Ну, эй-эй-эй. Спать будешь дома? А кто играть будет? Кузя. Соня, талисман будет? Талисман поиграет на гитаре. Давай, чё? Будет интереснее, слушай, разбавить. Да будет точно так же, там ничего не изменится особо. Ты умеешь играть? Санёк, ну, видишь, но... Я битку заставлю. На самом деле, вот кто будет играть. Прям лицо его сними, лицо, именно лицо. Он рычит. Нахер. Ключи. Я плохо с ковшиками вообще, я не дружу с ними. Да я с ними дружу, он добрый. Ты чё, это кот Рыжик.
Ага, знаю я этих рыжих. У нас тут уже свой концерт, нам больше ничего не надо. А, смотри, какой хороший. Ну все, рыжки, где спит? А, ну вот, как там моя песня была? Спасибо. Don't fight with someone high, just drink summer wine. Don't sleep. Я говорю, у меня песня была, я как-то раз подрался в клубе, короче, с каким-то челом, типа очень бухим. И потом на утро написал песню Don't fight with someone high, just drink someone light. Все. А как это переводится? Ну, не воюй с тем, кто немножечко под воздействием, типа. Просто выпей летнего винишка. Disappear. The hell you doing here? А ты так и по телефону разговариваешь. Я так по телефону, да. Мне такси, пожалуйста, к подъезду. Ну да, да. Будь здоров. Будь здоров. Нет, вы тоже будьте здоровы, я сейчас отдыхаю. Будь здоровы, говорю. Ну все, ну скоро вы будь здорова. Девочка моя. Disappear. Разминаются перед выступлением. Здрасте. Так нежно зашел. Да, 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 да. Это просто слоумо, ребят. Ничего нежного, просто слоумо. И Александр Козлов. И Александр и Козлов. Соня. И Соня. И Артем. Угрюмов Артем. А, давай сначала, все, давай. Еще раз. С самого начала. Давай. Блин, ну это, ну вы же даже не пробовали. Ничего страшного. Вот это круто, и это будет круто, если все четко. Это будет только лучше. Скажи, предупреди не людей надо заранее. Кого? Как тут прикольно. Давай.
Мне в два таких места нравятся лофт и вот тут. А жить? Ну. Ух, нифига себе. Я прячу это видео на всю семью? Да. Аплодируйте Саше Козлову отдельно. Гитаристу, пожалуйста, он очень хороший.